Так, что-то непонятное, что тут происходит. Стоит мазик. То ли там в горе кто-то встал. В рацию никто не отвечает. Вокруг маза никто не бегает. Цепи кошли не одевает. Рация молчит. Никто ничего не говорит. Никого нет. Вот точно, так и есть, так и есть, друзья. Две машинки встали в горе. Все, что делаем? Стоим, значит, стоим. А не две машинки, одна сложилась. Охо-хо, друзья. Парни, кто-нибудь здесь в канале Лесовозы? Тут, короче, в горе машина стоит. Настя, что придется делать? Придется нам одевать цепи куяные опять. Ходят что-то там, рассусоливают. Кто такие? Непонятно же. Так, ладно. Ладно, что-нибудь поснимаем, подумаем, посмотрим. Так, пойдемте, я вас научу цепи натягивать. Хе-хе-хе. Короче, у меня цепь вся порвалась. О, видите, вся мягонькая. Да, тут, короче, сейчас на одно звено вот так вот натяну. Надо внутреннее натягивать, по идее, это. Вот, короче, там мазик встал, сложила его, он, короче, этих сделал. А шла фишка, его, короче, в это, прямо поставила. Тут вот тоже, видите, сколько ребят стоит. Так, самый-то интересный момент я, друзья, и не заснял, да. А что интересный момент? Интересного момента никакого и не было. А что там получилось? Парень, короче, встал, его он назад спячился, его сложило. Вот. Гружу это, пустой. Его сложило. А, прицеп на бровке. Что, прицеп 8-метровый, 4-осный. Он говорит, тут вообще бесполезняк. Летит фишка. Новенькая, вообще нульцевая, нет. Даже гаечка, грязной гаечки ни одной нету. А, он его, короче, назад сдернул, прицеп-то выправил прямо. Он заперся и запер и допятился до самого низа. Вот. И все. Я цепи накинул. Я говорю, я поеду. Он говорит, конечно, поезжай, Лёха, вообще. Че, говорит, тут? Че, говорит, тут стоять-то? И я на цепях сразу же поднялся в двух местах, пробуксовнул пару раз и все. Сейчас у нас Ерзовская гора, Ерзовка, там тоже как бы такая гора херовенькая, тоже, ну, цепи не буду снимать сейчас. Я вообще, наверное, сейчас не буду снимать цепи, вот до сюда уже, до этого же места, на цепях съезжу. А может, сниму, не знаю, у меня одна одной цепь, ну, с правой стороны одна перемычка лопнула. Так висит, болтается вроде пряка. Давайте. Ох, ребята, покатаемся на цепях, бывало, да? Парни тоже сейчас поднимались в рацию, говорят. Один говорит, так я, говорит, без цепей поднялся нормально. Впереди фишка-манипулятор, тоже без цепей нормально поднялся. Но он с манипулятором. Как вы ведь знаете, кто как. Короче, у каждого манера вождения своя. У нас вот камазики утром тоже вот здесь вот в этой же горе встали пустые. Но там за ними батырчик бежал. Он их всех подраздернул. И как бы нормальдос. Тоже на погрузку шли.
Да, друзья, понедельник день тяжелый. Воскресенье тоже нелегкое. Нелегкое было у нас воскресенье. Ладно, не беда, неприятности, думаю, переживем. Так, ну что, подошли мы к Ерзовке. Вот здесь уже все, вот здесь начинают на пятой повышенной начинают таскать, кидать, мотать. Вообще ужас. А на цепях так чуть-чуть водит, незначительно. Ну как бы вообще на... Да нет, вообще так нормально, значительно сейчас подвело. Все равно на пятой, я вот на пятой пониженной как шел, так и как бы иду. И вообще нормальдос. Вообще хорошо вышло. Ну ё-моё, блин. Ох, сейчас покажу я, где это. Где мы сегодня отсыпали. Посыпухой работали, посыпухой. Посыпуха, блин, в нос и в ухо. Ай, так, ну что, уже все закатали, видите. Конечно, и пустые, наверное, и груженные здесь ездили по нашей тропочке. Со стороны Папулова чисто все, только грейдер. Ну, далеко грейдер идет. Сейчас вот грейдер-то, друзья, пройдет и все соскребет. Че толку он грейдирует? Грейдировать на середину. Он бока грейдирует эти бровки. И че толку от него? Толку никакого. Толку ноль. Абсолютный ноль, короче. Чебаевский, топчи верзовку. Там. Хуя ж не сыпают. Это с раном отсыпаем. Вручную туда, видимо, ебал. Мы же с утра вон с Серегой и чьи вручную-то. Потом маленькая прижоп идет где-то. Теперь только еще подходит к зеленке, к речке так. Так, друзья, ну что, дресвище, в котором я висел вчера ночью. Сейчас я тихонечко проеду. Смотрите-ка, здесь грейдер-то что? Грейдер прошел, конечно. Ох, трос лежит. Сейчас обратно поеду, специально остановлюсь, трос уберу. Но сейчас останавливаться не буду, потому что сзади машинка бежит. Смотрите, как мы тут... Что-то маячит. Смотрите, вот здесь вот слева я сидел. О, КамАЗ. Давай, едь, я прижмусь. Видите, как все мы тут утаскали. Вот это все разгребали с правой стороны. Это у нас прицеп там шел.
Круто, да. С левой стороны я сидел, стоял, висел. Всю кучу песка, короче, укатали на это. Как он называется? Здорово, батыры. Да батыры богатырские. Вот так вот. Сидели мы сегодня в Дресвище. Круто, да? Круто, друзья. Серега, принимаешь, если там батыр тебе навстречу идет? А, понял. Спасибо. Давай, удачи. Не, это я тебе, это я про тебя другому Сереге хотел сказать. Ну, понял я. Ну, тебе навстречу МАЗ бежит, знайся, красный. Мужик-то такой, да, говорит, понял. Такие вот дела, друзья. Ох, да уж, да. Круто. Такой опыт-то, знаете, как бы это. Что-то такое, так я на нейтрале. Так это я, получается, даже и с места, что ли, не трогался. Что-то я не понял. Я не понял, почему так произошло. Сейчас, короче, я не буду цепи этот рейс снимать, потому что грейдер прошел там, ну, в горах, вот, в Ярзовке тоже скользковато опять, ничего не посыпано. Если посыпухно проедет, цепи сниму. Если не проедет, цепи не буду снимать до переправы. Перед переправой сниму. Такие вот дела.